В Магнитогорске состоялся турнир по мини-футболу на приз депутата Магнитогорского городского собрания по 9-му избирательному округу директора УАО ММК «Метис» Олега Ширяева. В течение 3 дней 15 дворовых команд сражались за главный трофей. Состоялась церемония чествования победителей. Перед церемонией награждения зрителей ждал показательный матч между командой ММК «Метис» и победителями турнира ЛПФК, любительским правобережным футбольным клубом, который завершился в ничью. Потому что опытные игроки играли все-таки против нас. И тяжело было им забить, мы сумели закрыться и отыграли на ноль. Ну а самым запоминающимся победители турнира в старшей группе назвали решающий матч. Команда СССР, потому что это был решающий матч. Мы, если его выиграем, то мы первое место занимаем. И мы обыграли их, и мы заняли первое место. Хороший уровень. Все достойно играли. Этот турнир уже 4-й по счету. С каждым годом он собирает все большее число команд. На этот раз их было 15. Абсолютно все из 9-го избирательного округа. За 3 дня на стадионе 61-й школы состоялось 30 игр. Были разыграны комплекты наград в 3 возрастных группах. Самым младшим футболистам от 8 до 11 лет. В средней категории участвовали ребята от 12 до 14. Самым взрослым от 15 и старше. И пожилые, и молодые, все занимаются футболом. Этот турнир сейчас вот закрываем. Будет другой уже. Гуровский турнир на большом футбольном поле. Магнитка живет футболом, детским футболом, это хорошо. В 9-м избирательном округе вообще сделана большая ставка на спорт. Во-первых, это объяснимо особенностью инфраструктуры. Здесь находится экологический парк. Во-вторых, занятия спортом активно пропагандирует и депутат Олег Ширяев. Помимо футбольного, он помогал в организации хоккейного турнира. Кроме того, в прошлом году состоялось открытие спортивного клуба «Даджо Сталь», где занимаются восточными единоборствами, кроссфитом, фитнесом. Ребята постоянно заняты, они имеют возможность и футболом заниматься, и карате, и лыжами, и любимыми видами спорта. Они с удовольствием занимаются, и это дает им такой большой толчок в развитии личности, характера в дальнейшем. И им это очень поможет в жизни. Павел Берсенев, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.